Не с этой Во-первых, дистанции. куда мы едем? Едем мы вот сюда, вот, но немножко шире. Это А, уже по ты. прямой. Я сейчас Подожди. из-за компа выйду, сука. Бу-бу-бу-бу. Ну, вообще, по идее, нам надо, наверное, какие-то конфессоры Нам нужен шлепнуть. конфессор и понтик. Конфессоры, понтик шлепнуть. Паладины, по идее, нам делают ни хрена. По крайней мере, под алшипом. Так, две талии, слушай, а не хотим ли мы талии взорвать? Не Так, взорвем. Не с куда этой мы едем? дистанции. Не с этой Во-первых, дистанции. куда мы едем? Едем мы вот сюда, вот, но немножко шире. Это А, уже по ты. прямой. Я сейчас Подожди. из-за компа выйду, сука. Слушай, ты не снизу хочешь попробовать? Я хочу с этой стороны, все правильно. Право. Окей, но только, но в смысле по дуге, типа не по прямой, а по дуге. Так понятно? Понятно, по дуге к противнику. Далее, патроны. Короче, если что, смотри Патроны. просто. А теперь эксплозив. А мне куда? Эксплозив, фракция. Значит, чем эксплозив? Пончика не стрелять эксплозивом, это рак. Это, да, дебильный. Так, Е. талию эксплозивом хорошо взрывать. Ты не будете сейчас взрывать. определись, кто чего. Так, праймерить будем... конфиг будем праймерить. Праймерить будем конфиг, а потом, наверное, талию. Так, Карл Ульям также... Бля, я на хрома, ты на Несата, окей? Что мы хотим сюда вообще взрывать. Она мешает конфиге? Нам Сюда мешает. мешает конфиге. Так, паладина мы точно не взрываем. Надо первую разрядку унести двух конфиг. Поедем мы вот туда вот наверх. При этом не заезжая паладосов. Если что, льем Ну, сканрез, я так понимаю. так. 30 секунд. Таймер. Я думаю, что мелочи начали Скрипт на дальность или на сигу? На сигу, скорее всего. На дальность. На А, данном пока... этапе. Пока что мы не Так. будем сразу стрелять. Какой план? Едем. Едем немножечко в бок, ждем, пока у нас Куда не будет едем, я взрываться. понял. Еще раз. Линки. Есть. Праймери будет конфиг Джейс, наверное. Пока посмотрим. Берсеркер и Акалита на мелочь. Акалита, наверное. Пускаю, поехали. Конфиги от нас подрывают. Пока вроде не очень больно. Ну, мы качаем. Ты, да, ну, ты, Конфиг жетон потихонечку въезжает. Окей. Несата, проб будет? Проб. Поскорее. Нажми. Там талия на фестлайне. Ни хрена не нажал. Нажался. Все, поехали. Трон предлагаю. Конфиг поехали такой. По конфигу, конфиг, конфиг, Там. джетах, конфиг, джетах. Конфиг, джетах. Next талия. Он очень далеко. Нам далее было пришло. Хорошо, стоп, разрядка, стоп, разрядка. Стоп, разрядка, стоп, разрядка. Талия какая, локус? Талия, локус, поехали. Талия, локус, поехали. Талия, локус, локус. поехали. Они выкатываться лучше. Нормально, отлетит, отлетит, отлетит. Далеко. Стопую разрядку. Стоп, разрядка, релоад. Стоп, разрядка, релоад. Лост, ты как? У меня лагает шутка. Я пошел на... Да. Я пошел на Виталии. Паладины подъезжают. Вернешься к нам? Какой бы. Слушай, а мы Ну ладно, уже не успеем так глаза зарядить, да? Карл, топим, топим, у нас паладины едут. ВДФ Греф, поехали. АБ. АБ, какая разница, господи. Так, я должен объехать. Стоп, готов, готов по понтику. Готов по понтику, готов по понтику. Можете меня поднять? Поехали. Малька. Поехали по понтику, поехали сейчас, по понтику, сейчас, поехали сейчас. По понтику. Он уже вытапливаться начал. Ром едет в саппорт мелкий. Этих далеко, стопаю разрядку. На слабо ходил. Стопаем разрядку, стопаем разрядку.
Несат, по тебе идет дома, да, по нему идет дома. Идет дома, не идет дома. Этого чего? В этого чего можем? Какого, какого, какого? Дистрон. Италия. Италия, Дистрон, поехали. Я сейчас выкачусь из-под поводоса, будет легче. Так, я не знаю, Давай, Дистрон, мы далековато от тебя, но мы едем. Там проблема, что ебаный кинетик. 12 этих. Давай ближе к ним, ближе к ним заворачиваем. Вот прям в них. Нахрен. Туда. Не прошибаем, да, да? Логично. Хотя, может, прошибем. Я проникну. Урон по Карлу. Прошибаем. Держать. Дронов. Дышать на пруг. Одна рябка на тебя, Карл. Есть. Все. Next time. Next time я подлежу. Ты там как, Несат? Без инсталляра. Дрон оставляйте нам. Дрон оставляйте. А конфиг нам полетел, я буду поднейтривать его. Куда там полетел, пес? Да, конфиг у нас Несатом бежает. Нейтрил. Next конфиг, next будет конфиг. Я его скрывну. Дронов просто на Тали оставьте. Еду скрабить конфиг. И тронул? Да, все. Поехали, по конфигу. Карл, подтопи ко мне. Или тебя держат? Урон с конфигу. Ну, ты под сеткой, Карл? Уже нет. Он лоб. Окей, тогда вытапливаем. Он лоб, нет. Он лоб сейчас. Все в порядке. Я подстопаю. Вытягивается по конфигу. Next будет второй конфиг. Второй конфиг. Лучше не намажу. Жесть. Кому-нибудь стреляй, Хром. Второй конфиг, так. Да, уже да, он. Хотя бы понтик. Отлично, понтик. За ней никуда не уйдет. Ноль капнул. Так, у меня фулл армора. Господа, не всираем эти, живем 2 минуты и побеждаем. Да. На Т2 тогда перезарядимся. Я скорее всего сдохну. Рассчитывай на Т2. Сейчас мы тебя качать будем. Т2 ревод эксплозив. Дронов можно скинуть. Я кинуть. На Ника. Дронов уже в Ник Дамара скинув. Уменить на Берсерк. Надо Тесселосты готовиться поднять. Ты едешь к нам? Да, пытаюсь. Я не знаю. Попадаю, но есть шансы. Я ему сразу нейтрики раздаю. По тебе идет дамаг или так? А с дронов не сильно. Ладно, ДПС. Сейчас я с тебя пантохи. Че? Пантохи, ДПС пошёл. Пантохи. Сейчас, спасибо. Сейчас... Ты отправил с тебя дронов снимать? Дрон. Да, снимите мне дронов и поддержите больше. Жарим. Тогда не отъезжаем от них, хер знает. Окей. Давайте 40 где-то раздадим. Так, короче, качайте. Да, качайте. Он ничего не сделает. Нет? Они бы скупали дронов? Они на меня всех дронов закинули. Дронов киньте и ДПС на фаст-поводос. Все будет кайф. Не знаю, у меня там какие-то дроны есть, я не знаю, какие это дроны. Но они там есть. Просто какие. Просто взорви его. Мы 12 еще разрядка, мы не убиваем его. Нейтрики лежат. Я еще их подбейчиваю, этих пацанов. У тебя полный армор, что тебе там бейтишь? Бейтер. Я еще и сам не откачиваюсь. И я не еду. А следующий полозин? Да, просто разъем. А, кто праймери, блядь? Кто праймери? Не знаю. Неизвестно. Я думаю, Антоха это прайм. Он не сотрел его. Тебе дальности хватает, Ниса? Ну, да. Хватало, сейчас хватает. Какой ГФ нахрен? Достреливаем. Нет, ну, это понятно. Хватает, это 20 секунд ваших убийства. В рот ему засым, потом ГФ. Тихо на, блядь. У вас 20 секунд, чтобы убить. Наследовал дальность. Он качается. Он выживет. Не успеем. Не, револ. Греем ракеты, греем дронов. Греем дронов. Я не знаю каких, но каких-то грею. Выебана, блядь. Вот стоило сказать, блядь, едем туда, сразу все нормально стало. Я ломал РР дронов. Бисектриса, сука. Ты бы видел, что у меня происходило на этом гребаном
Подожди, мы Владислав, успеем. Поднимите, пожалуйста, малька. Меня дроны пилит потихоньку. Мы успеем. Мы успеем. Блин, на жатку забывайте, что... Короче, у меня не работали дроны, у меня не кликались модули. Так, господа, да мы заметили, Fire, ты Fire... еще и лагал. Так, господа, Fire просрал 23 тысячи поинтов. Что, Антох? Да. Пиздец, пиздец. У меня была проблема, которая не привела ни к чему плохому. Какая? Я был на НВДшном на Витасе. Скажите, что вы это писали, господи, кто-нибудь, скажите, что вы это писали. Здравствуйте, господа, в связи Firestarter, пилот команды Растигенс. Данный матч был для нас уже 4-м турнире АГ-6. Нашим противником была команда Апельсинки, или в простонародье пилотом Толк Контрол. Было принято волевое решение взять арморные орбитки в третий раз, по логике того, что никто не будет ожидать одной и той же команды, один и тот же стаб столько раз. Ставка сработала, и мы не получили на голову кучу гайдизов, а получили вполне удобный для нас стаб с парой паладинов. Раскровка дальше зависела только от отсутствия крупных ошибок с нашей стороны. Смерть первой талии стала решающим моментом боя, и уже на тот момент стало понятно, что мы находимся в одном шаге от победы. Далее одна талия просто не могла выжить. Мест смерти второй талии фактически оставлял противнику возможность только смириться с поражением. Забавный момент этого матча был в том, что один из наших фригологий по мисклику взял Дэна Витас, о чем все узнали только после боя. Ну и я, как воится, по стандарту проиграл 22 тысячи поинтов на 2000 СЦП. Спасибо, что смотрели данный ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в Кризе.